Жилищно-коммунальное хозяйство региона готово к отопительному сезону на 95%. Подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду с главой региона обсудили руководители отраслей ЖКХ и теплоэнергетики. Олег Королев дал распоряжение завершить все ремонтные работы на инженерных сетях до 1 октября. Сейчас система отопления и кровли меняет в 130 многоквартирных домах области, трубы горячего водоснабжения в 91 многоэтажке. Масштабную замену теплосетей в Липецке более 8 километров произвели компании «Квадро» и «ЛГЭК». Магистрали заменили на улице Папина, Интернациональной, Космонавтов, а также провели комплексную реконструкцию тепломагистрали «Перевокзальная». Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем главы региона. В целом, дорогие друзья, работа проделана, конечно, огромнейшая. Не только за это, за все эти 30 лет мы абсолютно полностью готовы.